Всем привет! Сегодня у меня задача сделать держатель для рук кожаный на термокружку. Так это будет выглядеть, потому что все-таки это металл, не очень приятно держать металлическую поверхность в руках, все-таки охладить. Для этого я вырезала вот такое лекало, которого мы, собственно, будем вырезать. Оттесню только свой логотип. А детали соединю, потом я еще не решила, посмотрю. Но вообще пробью, наверное, пробойником дырочки и просто вощеной ниткой сошью. Ну, посмотрю. Я еще сама не знаю. Все, поехали. Так как я лажанула с размером, мне здесь не сходится примерно 5 мм. Я хочу попробовать намочить этот кусок полностью, промочить. Сейчас, точнее, сначала я пробью здесь вот, отверстие. Намочу кожу полностью. И так как в сыром состоянии она становится пластичной, я натяну полным натяжением, по идее. Я сошью временным швом и поставлю сушиться. И по идее должно остаться такое же растянутое состояние. Ну, сейчас проверим мою гипотезу. Наша кожа высохла, ничего не разъехалось, все нормально стыкуется, и более того, она теперь сидит прямо по кружке. Сейчас я снимаю временную намотку, отрежу, вот здесь я уже отметила ровная линия, чтобы была без перекосов, и продолжаем. Что подумала. Все это, конечно, красиво и эстетично, когда здесь будет шов. И понятное дело, что я уже его затягивала бы прямо на кружке. Но проблема состоит в том, что хоть я и покрыла 3 слоями лака, все равно кружка будет использоваться, будет мыться, и кожа будет мочиться. В любом случае, даже после нескольких раз лак начнет выбеливаться, и все равно со временем, достаточно скоро, придет в негодность.
И так как я хочу, чтобы мое изделие все-таки продержалось подольше, я придумала такой выход. Понятное дело, что на кнопке у меня уже тут не хватит кожи. Я сделала наставку. Я отрежу вот эту часть, где пробито, а здесь оставлю. И я подготовила вот такой вот шаблончик. Точнее, это уже вырезан по шаблону кожа. Я его пришью вот сюда и посажу на две кнопки. Тем самым я решу проблему с тем, что перед каждым мытьем человек просто будет отстегивать, мыть кружку, сушить ее и пристегивать обратно. Такой вот выход. Сейчас пойду сделаю здесь тиснение имени. И будем пришивать.